пляшут ножки, раз, два, три. Ну-ка, елочка, смотри, веселится в Новый год, везде садовский народ. В детских садах Салавата на этой неделе проходили новогодние утренники. Вот только формат мероприятия по известным причинам получил иной. Вместо пышных хороводов вокруг красавицы елки в большом зале, ребятня отметила его в своих группах, без мам и пап. Не пустили в детские сады на праздник и нашу телекомпанию, но любезно предоставили видеоматериалы. Но новогодних персонажей в гости все-таки позвали. Атмосфера радости, волшебства, праздника царит вокруг. К утренникам готовились все – и воспитанники, и педагоги, и специалисты, и все сотрудники детского сада. Мы соблюдаем все санитарные нормы и правила, чтобы праздник прошел безопасно для детей и для сотрудников. Готовились к празднику не только воспитатели, но и ребята. Они учили стихотворения, пели песни и танцевали. Поздравляем вас всех с Новым годом и желаем вам здоровья, счастья, радости в наступающем Новом году. Подарить детям праздник, несмотря ни на какие невзгоды – задача, стоящая перед сотрудниками детского сада. И, судя по счастливым лицам ребят, можно быть уверенными, что они с ней справились на отлично. Ну а подарки, подготовленные воспитателями и родителями, сделают этот день не только запоминающимся, но еще и сладким. Светлана Халитова, телекомпания «Салават».